На сцене культурно-досугового центра «Нефтяник» состоялся большой спектакль «Дон Кихот». Во время представления актеры рассказали о приключениях странствующего романтика Дона Идальго из Ла-Манчи. Зритель увидел весь актерский состав свободного театра, уникальные костюмы и декорации, передающие атмосферу испанской деревни 16-17 веков. Осуществить задумку стало возможным благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Проект, когда исторические, это всегда затраты и костюмного плана, и декорации. Тем более, если это большая сцена, это как бы стоит все, конечно, недешево. Но вот мы написали заявку в грантовую поддержку «Лукойла», и нашу заявку одобрили, и благодаря вот поддержке фонда у нас есть такая возможность. То есть мы смогли для спектакля и специальные исторические костюмы пошить, заказать обувь и построить красивые декорации. Художественному руководителю свободного театра Ларисе Коршуновой удалось создать на сцене колоритную испанскую картинку. Особый шарм спектаклю придали металлические конструкции коня Росинанта и ослика Санчо Пансы, которых изобрели и сделали уральские умельцы. Мы очень долго думали, как их сделать живыми. Была даже идея, что это должны были играть живые актеры этих героев. Потом мы от этого все-таки отказались. И как раз у Леонида Андреевича, он сам режиссер, у него родилась идея сделать их в виде таких игрушечных механизмов. Борьба с несправедливостью этого мира, желание сделать его лучше. Все это ярко отражает образ персонажа Дон Кихота, которого сыграл в спектакле актер и режиссер Леонид Архипов. И у него есть желание вот пойти и перевернуть все, сделать, чтобы все жили, были счастливы, чтобы наказать всех негодяев, чтобы победить зло, чтобы люди знали, что наступила какая-то счастливая жизнь. Я хочу, чтобы наши дети сегодняшние кому-то подражали, чтобы заразить этой романтикой, заразить этой любовью, путешествием, поединком. Режиссер спектакля постарался воплотить на сцене все задумки гениального Сервантеса. Реализовать большой и колоритный проект под названием «Дон Кихот» для свободного театра – это большой успех, и его намерены повторить. Каждый раз, когда мы выходим сюда и можем все вместе оторваться от всех своих проблем, это огромная наша победа. Я хочу, чтобы вот этот день, вот этот спектакль сегодняшний, вы именно так воспринимали, как большую победу над всеми обстоятельствами, которые в жизни нас окружают. Екатерина Кузьмина, Александр Кашкин, «Наши города».